Всем привет! На светской премии Елена Воробей появилась в отличном настроении. И не только потому, что в этот вечер она получила статуэтку в номинации «Самая счастливая мама». В черном брючном костюме, подчеркивающем стройные формы, и с модной хулиганской прической 53-летняя звезда пародии выглядела словно девчонка. «Весна, может быть, 12 месяцев в году», подмигнула репортерам Воробей, намекая на пылкие чувства. Вот уже больше года артистка счастлива с избранником-чиновником, которого тщательно скрывает от прессы. «Когда мы уже увидим вашего мужчину?» – спросили у самой счастливой мамы журналисты. «Поверьте, я и сама по нему скучаю, потому что из-за его командировок мы часто бываем в разлуке. Я вам по секрету скажу. Мы уже прошли все возможные испытания, понимаем, что встретились не случайно. Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражом. Я обожаю спорт, а он совсем не спортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу. Воробей даже показала кольцо. Вот посмотрите», – похвалилась Воробей крупным замысловатым перстнем на нужном пальце. «Сначала я проверяла, насколько мы подходим друг к другу. Но потом все-таки растаяла и согласилась узаконить отношения. Мы договорились делать специальные маячки друг к другу. Если я чувствую, что назревает скандал, я говорю еще чуть-чуть, и у меня заболит голова». Напомним, Елена Воробей уже была замужем, но сколько раз она ходила в ЗАГС, не знает даже Википедия, то ли два, то ли три, в том числе фиктивно ради прописки. А вот свою единственную дочь, 18-летнюю Софию, артистка родила без штампа в паспорте и тоже тщательно скрывала любовника. С новым избранником Воробей готовилась к свадьбе несколько месяцев, то и дело интригуя прессу заявлениями о грядущем торжестве, которое пройдет тайно. Счастливая невеста даже демонстрировала на камеру свадебный наряд, роскошное платье в стразах за 200 тысяч рублей и 8-килограммовую белую шубку. Однако зимой из-за коронавируса у жениха церемонию бракосочетания пришлось отложить. О своем избраннике Воробей рассказывала лишь то, что он работает в государственной сфере, с юмором все прекрасно. «Кажется, именно этого мужчину я ждала всю жизнь», – признавалась влюбленная артистка. Несколько месяцев назад, несмотря на конспирацию, папарацци все-таки рассекретили будущего мужа звезды. Как выяснилось, жениха зовут Сергей Евтухович, ему 50 лет, есть взрослые дети от прошлого брака. Как и Елена, он родом из Бреста. Познакомились они в Белоруссии. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!